Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Клим Норин, представитель Газпромбанка. Здравствуйте, Клим. Здравствуйте, Сергей. Хотел бы рассказать, в первую очередь, там, про себя и про Газпромбанк в текущих реалиях. То есть, Сергей меня уже представил, Норин Клим, управляющий директор управления по работе с ключевыми компаниями. Отвечаю непосредственно со стороны розничного бизнеса за взаимодействие с компаниями в сфере ритейла. И что можно сказать в текущее время? Нужно, чтобы банк и менеджеры этого банка были всегда рядом. Мы, как Газпромбанк, в текущих реалиях обеспечиваем клиентоориентированность, подход. Мы всегда рядышком с клиентом и готовы полностью к любым нестандартным решениям и кейсам для решения текущих задач. Потому что текущее время показывает то, что нужно быть более динамичным и принимать сложные решения очень быстро. И мы готовы такие сложные решения принимать и быть рядом с нашими клиентами по всем направлениям, которые есть розничные в банке и в сфере ритейла. Мы готовы это оказывать, в том числе я, соответственно, от лица банка. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, может быть, о каких-то новых интересных веяниях, которые ваш банк буквально вот-вот должен вести или ведет в самое ближайшее время для того, чтобы всем нам было удобно. Смотрите, розничный бизнес, он уже достаточно широкий, и мы со стороны розницы запустили совсем недавно обновленное мобильное приложение, и это еще там не последнее, что будет. На данный момент у нас есть такие услуги для ритейла, это когда зарплатного рабства сейчас нет, нужно, чтобы сотрудник был лоялен к работодателю и получал зарплату, куда он хочет. Для этого у нас реализована функция mass payment, это когда в рамках одного реестра зачисляют куда угодно, и мы эту услугу можем компании предоставлять, тем самым высвобождать временной ресурс, которого сейчас как никогда не хватает. У нас есть приложение Газпромбанк Инвестиции, у нас есть свой оператор мобильной связи, который предлагает не только B2B, но и B2C для конечного пользователя. И все это аккумулируется в наш продукт, соответственно, это в карты, которые у нас есть. И эти карты, они дают как экономию от ее использования, так и дополнительный доход в виде кэшбэков, бонусов. И на самом деле есть много что сказать и сейчас занять все время, поэтому из основного так. Хочется очень много всего узнать, но, наверное, лучше позвонить вам, зайти на сайт, и вся информация будет. Потому что я так понимаю, что банк молодой, амбициозный. И самое главное, что у вас, я так понимаю, замечательный сайт, в котором все очень подробно написано. Все правильно. Да, банк достаточно молодой, 30+1, можно сказать, 31 год. И мы всегда рядом. Поэтому будем рады ответить на все вопросы. Все, сайт полностью информационный, плюс наш контакт тоже всегда можно найти. Спасибо большое и удачи. Все, спасибо вам.